Перед нами подробная карта поселка городского типа Затока. Вот этот вот такой большой поселок, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины. Затока находится на Будакской косе. Это Будакская коса. Между Днестровским лиманом и Черным морем. Местное население где-то порядка 2000 человек. То есть этот поселок заполняется туристами именно в момент сезона. Тут много народу. Получается так, как здесь пресная вода, Будакская лимань, она втекает в Черное море. И здесь на пляжах тоже разбавленная вода, смотря откуда идет течение. Если идет с Черного моря, ветер дует волны сюда, здесь более соленая вода. Нет, так получается, когда ветра нет, сюда с Будакского лимана пресная вода приходит. Ну, такая солоноватая. Креветок тут очень мало, потому что в пресной воде они не любят резвиться. С этой стороны мы смотрим, у нас в затоках центральный пляж. Центральная часть заток считается. Здесь у нас получается та самая аллея знаменитая, которую красиво сделали с фонарями. Вот, пляж Заток. Мы здесь тоже отдыхали. Но мы решили поехать дальше. Вот по мосту. Видите, в эту сторону. По мосту. Кстати, раздвигающийся мост. Но я ни разу не видел, как он раздвигался за это время. Поехали на такси. Так, вот до сюда. Здесь вышли. Сняли частное жилье. Прямо рядом с морем. Относительно недорогое было. Прошли через полузаброшенную туристическую базу. Вышли сюда. Получается, мы отдыхали вот в этой области. Сначала на первом этаже, потом на втором. Проходили мы по всем этим катакомбочкам. Кафе «Фонтан». Видели на видео. Здесь табличка «Дать размножаться лягушечкам». Катамараны. В первом видео мы прошли вдоль, по этой дороге вдоль кинотеатра, вдоль туристических баз. По этой дороге прошли к пляжу. То есть, видите, домик не так далеко от пляжа. Более вот здесь на краю еще магазинчики находятся. Здесь был вход в кинотеатр. На первом видео вы помните. Так. Прошли здесь между домиками. Люди живут же в таких деревянных домиках. Какие-то контейнеры непонятные. И отдыхали на этом пляже. Очень чистый пляж, мало народу. То есть прекрасно отдохнули. Во второй части мы уже свернули в эту сторону. Тут останавливаются автобусы, то есть приходит прямо сюда автобус, что очень удобно. Шли мы вдоль туристических баз, вдоль этого озера, по дорожке прогуливались. Прекрасные виды. Здесь я вам говорил, есть пицца готовят вкусная. Готический комплекс в среднерусском стиле. И еще одно озеро. С этой стороны вдоль здания проход еще на один пляж. Здесь уже побольше, тут аттракционы разные. Шли вдоль этого озера. Вот тот самый мост, с которого я вел съемку видео. И тут плавали лебеди искусственные, которых некоторые люди путали с настоящими, подкидывали хлебушек, то хлеб доставался рыбам. И туристический комплекс бывшего мэра Одессы. Мы прошли через него. Красивый вид был, я снимал. Вышли на улицу Лазурную. Вдоль улицы вот такая сеть магазинов. С левой и с правой стороны довольно красивая улица. Вы видели на видео. Тут находятся разные базы. Дельфин, Ярец, Изумруд, Парус.
сінце, кристал сакуру, сонячний позитив. Шли вдоль этой дороги, есть что посмотреть. Вот тот самый супермаркет на углу. И здесь базарчик у нас. Получается, на повороте дороги чуть спускаешься, базарчик. Дальше продолжается улица Лазурная. Но самый смак именно вот до этой части, я считаю, тут больше всего с этой стороны. На базарчике мы побываем с вами в следующем видео. Пляжи, сами видите, достаточно большие. Так что, пока-пока. С вами был Северин. Bye-bye.